смотрите, какой интересный цилиндр. Ключ? Нифига. То есть, есть ключ-цилиндр, ключ-вертушок и ключ-ничего. Это называется полуцилиндр. Здесь есть подпружиненный шток, такой, который позволяет переместить вот этот поворотный кулачок наверх. Это нужно для некоторых рольставин и холодильников. Длина вот этого цилиндра тут 35-10 и здесь 5 миллиметров. Вот. Тут обычные ключи. Это серия F5 производителя SEO. Они мягко входят, нормально поворачиваются. Ключ можно вынуть только в вертикальном положении. Именно из-за этого есть здесь вот эта возможность переключения язычка, чтобы в закрытом состоянии, когда мы можем вынуть ключ, язычок находился вот тут. Некоторым замкам это очень необходимо. Вот такой цилиндр у нас есть в ассортименте.